Здравствуйте, вы на канале 7 дач, с вами Татьяна. В сегодняшнем видео речь пойдет о том, как защитить будущий урожай картофеля от различных вредителей, а также от грибковых заболеваний. Не секрет, что миллионы дачников каждое лето вынуждены бороться с различными вредителями, потому что если этого не делать, то урожай не получишь. Самые злостные из них – это колорадский жук, листоед и проволочник. От колорадского жука проводят опрыскивание, собирают личинок и взрослых особей вручную. Только все эти способы трудоемки и ненадежны. Чуть упустил время и не добрал половину урожая. Проволочник куда более неприятная проблема, его замечают не сразу, и личинки жука-щелкуна успевают испортить хорошие клубни. Пораженные таким вредителем клубни долго не хранятся, быстро сгнивают. Медведка тоже губит клубни, после чего они становятся непригодными. Есть средство, которое помогает в борьбе с вредителями картофеля уже много лет. Это командор. Наверняка о нем уже многие слышали. Он эффективен против колорадского жука, проволочника, медведки, тли, трипсов, белокрылки, листобложки и других различных насекомых. Его чаще всего используют на картофельных плантациях. А несколько лет назад, чтобы еще больше облегчить жизнь дачникам, выпустили комплексный препарат «Командор Плюс». Он рассчитан именно на обработку семенного картофеля перед посадкой. Большой плюс в том, что препарат надежный, системный и очень экономичный. Если вы раньше защищали свой картофель опрыскиванием, то знайте, что для этого нужно выбрать безветренный солнечный день, а это удается не всегда. К тому же после такой обработки уничтожаются и полезные насекомые, такие как пчелы. Обработка клубней картофеля перед посадкой гораздо более простое мероприятие. Командор Плюс состоит из двух препаратов. Это уже знакомый инсектицид Командор, который защищает от вредных насекомых до 50 дней от момента обработки. И Энерген Аква, повышающий урожайность и укрепляющий иммунитет растений. Также он помогает картофелю справляться со стрессами и противостоять болезням. Для комплексной обработки применяются оба препарата одновременно. На 1 литр воды добавляется 25 мл препарата Энерген и 25 мл препарата Командор. Оба препарата по 25 мл. В рабочую емкость, из которой мы будем обрабатывать клубни перед посадкой, мы уже налили 1 литр воды. Теперь добавляем сначала препарат Энерген и хорошо перемешиваем. Затем в полученный раствор добавляем препарат Командор. Весь раствор хорошо перемешиваем. Обработка клубней картофеля перед посадкой полученным раствором проводится приблизительно за 3-4 часа. Расход рабочей жидкости на 100 кг клубней. Опрыскиваем клубни картофеля, переворачивая, давая им немного обсохнуть. После такой обработки ваш картофель будет надежно защищен на длительное время. Нужно еще отметить то, что все ядовитые вещества выводятся через 50 дней, так что ваш урожай картофеля будет абсолютно безвредным. На этом все. Подписывайтесь на канал 7 дач, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.